В Актюбинской глубинке наделал много шума памятник неизвестному Батыру. Жители Байганинского района крайне возмущены, что в селе строят монумент человеку, которого они не знают. При этом о герое ничего не могут рассказать даже местные краеведы. И только чиновников это не смущает. Они уже успели выделить 43 миллиона на благоустройство территории. Динара Уркумбаева тоже пыталась выяснить, что это за загадочный Батыр и почему о нем нет никаких сведений. Две недели назад на окраине райцентра караулки Ильды началось масштабное строительство. Сельчане долго не могли понять, что здесь собираются возводить. А когда все-таки выяснили, были крайне удивлены. Оказывается, это монумент некоему Тайтай Батыру. Но что это за историческая личность и чем он отличился? Даже для аксакалов большая загадка. Никто никогда ничего не слышал о Тайтай Батыре. Выделяют такие огромные деньги из бюджета. В такое сложное время, когда кругом кризис, это деньги на ветер. Что это за Батыр? Где он воевал? Мы знать не знаем и против того, чтобы тратили миллионы на этот памятник. Сельчане говорят, даже пытались найти сведения о Батыре в исторических документах, но и там ничего. Зато по неофициальным каналам люди выяснили другие интересные детали. У нас раньше был аким области Архимед Мухамбетов. Сейчас он возглавляет Костанайский регион. Этот Батыр его прадед. А нас кто-нибудь спросил, хотим мы этот памятник или нет? Даже детям нечего сказать про этого человека. А вот чиновников ничего не смущает. И хотя глава района тоже не слышал о Тайтай Батыре, это не помешало ему запросить миллионы на благоустройство территории еще не построенного памятника. 43 миллиона были выделены из областного бюджета, но деньги еще не трогали. Правда, после скандала аким района, похоже, призадумался, стоит ли тратить миллионы на героя, о котором нет легенд. И теперь обещают вернуть в казну все до копейки. Между тем, спор заинтересовал местных историков. Ученые теперь и сами ломают голову. Откуда появилась загадочная личность и был ли Тайтай Батыр на самом деле? Я, по крайней мере, об этой исторической личности не слышал. В первую очередь, должны историческую справку дать научно-исследовательский институт, находящийся в ведении Министерства образования и науки. Только после этого местные органы имеют право поднимать этот вопрос, строить ли памятник. Чем в итоге закончится история, пока неизвестно. Но ясно одно, после скандала имя неизвестного Батыра запомнят надолго. Динара Уркумбаева, Мирамбек Симанов, КТК, Актюбинская область.